тебя показывать маму, молодую нашу. Какая красота. Тири-тирим. Спасибо, я уже спрыгнула с высоких каблуков. Да, я переоделась в такие. Из Одессы открылась. Так приятно было получить. Все в цветочек. Расскажи, Настя, про пирог. Это сделала Стивена мама. Это, я не знаю, американское блюдо или португальское. Она же португалка. Значит, это тарта, сделанная из цукини. Вот. Ну, своего рода уникальная вещь, это ее семейный рецепт. Там цукини. Легкая. Да, очень легкая. А вот это мое произведение искусства. Это вообще капрезы. Это помидорчики с моцареллой и базиликовым песто. Обожаю эти штучки. Они такие прикольные шарики, такие забавные. Очень классные питания. Картоха? Ну, да, это картоха с грибами, жаль уже. Расскажи про это блюдо. А это кусочек мяса отбивной, потом все сюда, грибочки, лучок и швейцарский сыр и запекается. Вот такая красота. А что там за сыр? Свекла с козьим сыром. А козий сыр непростой. Тут два типа. Один с медом, а второй с фигами. Как это называется? Инжир. Инжир. Потом кренбери. И сверху еще алмонд. Алмонд орешки. Hello. That's pretty cool. Hey. Little princess. Aww. Hello. Hello. Nori. Oh. 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 Oh yeah. Oh, so good. I got it. I got it. Oh. The very first time. The very first. Okay, now we need them. Oh, thank you, Mom. Okay, so I'm gonna call this on here. Tea time, huh? Three times. Tea time. Oh, I thought it was Happy birthday.